ты уже запустил? Да. Здравствуйте, мы ведем прямой репортаж с места событий. Находимся на виадуке, сразу после заправки Ромпетрол. Перевернулся, и бесплатно, как вы можете видеть, женщина была за рулем. Она в порядке. И шестой, ну я в сортах, не разбираюсь. Дело в том, что, судя по всему, она наехала просто левым колесом на бордюр, разделяющий проезжую часть, и перевернулась. Все живы. Иди помоги. Иду. На, подержи. Давай. Обидели сам момент? Нет. Вот Святослав бежит на помощь. Больно. О, у нее да, мигалочку надо снять. Спецсигнал. Интересно, оформлен официально, судя по всему. Откуда? А что у него проблесковые маячки горят? Ну да, спецсигнал у девушки горят. Судя по всему, девушка непростая. Через месяц будет как новый.